Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про бордосского дога. Бордосский дог – это добряк с грозной внешностью. Несколько веков назад представители породы охраняли привилегированных особ, а сегодня ценятся заводчиками всего мира за спокойный характер и высокий интеллект. Эти собаки прекрасно подходят для семей с детьми, они дружелюбны и преданы. Порода нормальная, конечно, требующая много сил внимания, но, по крайней мере, отдает она даже больше, чем вкладываешь. Ну, а так, довольно-таки добродушный, может, на вид она страшновата, но по характеру она очень любит детей, прекрасно общается. Бордосский дог – крупная собака. Вес представителей породы может достигать 90 килограммов. А вот рост у этих собак, как правило, составляет от 58 до 68 сантиметров. Тело бордосского дога покрыто толстой кожей, которая образует многочисленные складки. Шерсть у представителей породы густая и короткая. Стандартом породы в качестве окраса допускаются все оттенки рыжевого. Несмотря на свою угрожающую внешность, бордосский дог не агрессивен. При правильном воспитании с самого детства эти собаки вырастают очень покладистыми. Представители породы без особых проблем находят общий язык с другими домашними животными. У меня еще живет йорк, они очень дружат. На кошек она не реагирует вообще, то есть нормально воспринимает. Поэтому очень любит детей. Уход за бордосским догом не сложен. Необходимо периодически протирать шерсть собаки с помощью резиновой перчатки, следить за тем, чтобы в складках питомца не скапливалась грязь, и купать животное по мере загрязнения. Для бордосских догов также важно, чтобы хозяин ежедневно уделял им внимание, играл с ними или гладил. От недостатка общения со своим владельцем эти собаки могут впасть в депрессию. Ухода как такового большого нет у нее по сравнению там, с йорком или с чем-то. Моемся, стрижем. Пока никаких таких вот не было. Я гуляю с ней где-то по 40 минут два раза в день. А так, чтобы она какие-то специально накачивали, она сама бегает, когда хочет. Но довольно быстро устает, потому что масса большая, и нагрузки на лапы давать сильные нет. Средняя продолжительность жизни бордосского дога составляет от 10 до 12 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!